Вот прошло несколько недель, как я собрал эти батарейки. Они стоят под напряжением, выдают напряжение. Коррозии алюминия не наблюдается. Слегка окисляется медный электрод. Вот видно, но окисление его происходило, как произошло первый раз после увлажнения угля, также и оно и остановилось после этого. Напряжение на батарейке в данный момент. Вот я замыкаю. Абсолютно сухой батарейки, но немножко не дотягивает. 1200 милливольт, 250 вот посередине черточка. Итак, я сделаю следующее. Я ускорю момент разрушения этих батареек, замкну их накоротко, плюс с минусом, и посмотрю, что с ними произойдет. Произойдет разрушение батареек или нет? В сухом состоянии. Увлажнять я не буду. В данном виде она, ну, имеет минимальную влажность. Уголь высыпается. Вон, если видно, таких батареек. Никакой влажности они не имеют. Посмотрим. Пожертвую здесь в кассете 11 батареек. Как они будут разрушаться или не будут. На этом все.